Доброго вечора, шановні друзі. На ваших телевізійних екранах програма «Вечірня Одеса». Сьогодні четвер, 14 липня. Отже, з вами сьогодні у четвер, з вами я, журналіст Ірина Божко. Сьогодні, як зазвичай, ми для вас підготували цікаві теми, цікавих гостей. Ми поговоримо сьогодні на серйозні теми з помічником депутата Одеської міської ради про те, чого чекає від влади український народ і що таке українська державність. А також ми поговоримо з нашими творчими гостями, які підготували для вас концертну програму, про те, що таке українська пісня, яку вона... яка душа зберігається в українській пісні, і з новинками ми познайомимо вас також. Отже, представляю нашу гостю Шурина Кікнадзе. Доброго дня, Шурина. Доброго дня. Ви вперше в нашому ефірі, може, вперше на Одеському обласному телебаченні? Вперше. Вперше. На Одеському обласному телебаченні, але на телебаченні не вперше. Не вперше. І... надихнула на нашу з вами зустріч. По-перше, сьогодні прочитала, мене це дуже здивувало, інтерв'ю українофоба, російського письменника Пелевина, який саме сьогодні написав: «Українцам нужна не просто свобода, им нужна месть за всю историю Украины, за всю и сразу. Так что эти наши слова, вся эта снисходительность на тему «скоро вы, братья хохлы, заплачете, когда поймете, что карман у вас дырявый, а в Европе вы не нужны», все это гроша ломаного не стоит. В гробу они видели вашу снисходительность, имея в виду российский народ. Мира вам не будет». Вот такое жесткое, нелицеприятное обращение к своему, к российским гражданам. И у меня, конечно, закономерно к вам вопрос о том, как сегодня реагируют на ситуацию, которая вот в стране, в городе в частности, да, про то, как мы обустраиваем нашу жизнь, граждане Одессы, Одесской области, потому что вы как общественный, да, громадский активист, вы непосредственно в гуще событий. Я в гуще событий, я участник протестных акций прокурорского Майдана, сейчас я являюсь участником и активистом антитрухановского Майдана, и гуще событий следующее, что моя мотивация заключается в том, что страна достойна кращей жизни, лучшей жизни, и люди заждались реформ, люди заждались, и они не просто ждут, они... подключаются, они активно работают, они действуют для того, чтобы помочь власти. Но, к сожалению, там, если мы говорим в рамках о нашей местной власти, потому что я вплотную работаю там, как помощник депутата горсовета, то мы не видим никаких реформ, мы видим постоянный дерибан, мы видим беспредел местной власти, в том даже последние сессии говорят сами за себя, когда оцепляется полностью здание на Думской муниципальной полиции и ограничивают доступ не просто одесситам, а даже мне, помощника, меня не пустили, помощника депутата, 2 часа я пыталась пробраться в сессионный зал, и это вопиющее вообще нарушение и законодательства, и те решения, которые они принимаются. У меня впечатление, что они пытаются быстрее разобрать, на куски раскромсать одесситам, и, соответственно, мы боремся с этим, мы постоянно выступаем, например, там, в частности, мы говорим о конкретных решениях, что принимает горсовет, за какие они решения голосуют и чем это чревато для одесситов. И... сегодня вы какую часть вот общественности представляете? Это интеллигенция, это творческие люди, это активисты самообороны Майдана, да, я абсолютно независимый, вот если касается там лично меня, то я абсолютно независимая, я не принадлежу никакой партии, я не заангажирована никем, меня никто не финансирует, меня просто возмущает то, что происходит в стране, то, что вот те события, которые произошли на Майдане, они настолько перевернули мое сознание, что я не могу остановиться и наблюдать просто, что ничего не происходит в стране, что в стране не гибнут ежедневно люди. У меня в Фейсбуке находится человек, посты которого я дрожу, когда он выкладывает, потому что он постоянно привозит груз 200. И вы знаете, когда там происходят такие события, каждый из нас не может быть равнодушным, и мы должны участвовать в процессах,
как ради чего, вы понимаете, это наш долг перед теми людьми, которые стоят сегодня там, на Востоке, и обороняют наши рубежи, и это долг перед теми людьми, которые погибли, начиная там с декабря, с 2013 года. На третьем году после Майдана, конечно, огромное количество людей постигло разочарование. То есть вот эти ожидания, которые были, конечно, вот как на волне, знаете, как на огне горели, вот как-то разбегаются вот такими затухающими искорками. Я хотела бы процитировать известнейшего львовского художника, иконописца Льва Скопа, который был непосредственно весь Майдан, и вместе со своими побратимами в него стреляли, он защищался. Именно он расписывал вот эти вот фанерные щиты и раздавал своим побратимам. Он сказал на вопрос о разочаровании: «Разочаровуються слабки, слабаки. Я українець, і цим все сказано. Коли пожежа в хаті, то її треба гасити». Ось його думка стосовно розчарування, які зараз дуже, ну, такі, ну, величезний відсоток сприймається, і навіть серед майданців, навіть серед активістів, які на ураз прийняли ті зміни, які відбулися після Майдану. Як... Я прокоментирую. Ви знаєте, я абсолютно з ним согласна по поводу того, що, ну, не нельзя. Сьогодні преступно бути слабим. Сьогодні преступно бути равнодушным, никто на тарелочке с голубой каемочкой не преподнесет и не сделает эти реформы. Вот когда я увидела события, когда пришел губернатор в нашу область, я настолько воодушевилась, потому что я знала, что он поднял с колен Грузию. Я не могла, как грузинка, моя семья живет здесь более 30 лет, и мы не могли позволить себе поехать в Грузию. 19 лет я не была в Грузии. Только в 2012 году я смогла поехать и показать своему ребенку вообще, откуда мы произошли, потому что она украинка, и она никогда там не была. И то, что там происходило, те реформы, что они реализовались, я понимала, что вот, Украина начинается с Одессы, у нас такой человек во главе области. В авангарде, да, обязательно мы все, теперь уже ничего не страшно, мы обязательно всего добьемся, поэтому разочаровываться не нужно, нужно вовлекаться и нужно делать. И поэтому вот вся моя активность направлена на то, что разочарование, никто не, за вас не сделает вашу работу. И нужно просто все время бороться, и мы тогда придем, если я сама ничего не сделала, то кто меня может разочаровать? Какую лепту я вношу? Не только стоять на Майдане, но и бороться с этими незаконными решениями, разрабатывать программы и предлагать. Ну, то есть очень много всего. Мы сегодня наблюдаем преступные действия власти. Вы и ваши друзья в авангарде вот такого протестного движения, прокурорского Майдана, как вы говорили. А по результату, что удалось вот изменить? На вас стали обращать внимание, к вашему голосу стали прислушиваться, или продолжается дерибан земли побережья Одессы? Если мы видим, подобное? Вот такой срез мы можем привести, например, результат прокурорского Майдана, мы не допустили Стоянова к власти, да, прокурорской. Сегодня представляет, прокурором является Жученко, и мы как активисты ждем от него, мы наблюдаем за процессами и ждем от него реальных шагов, и мы не ушли в сторонку, мы создается там общественный совет при прокуратуре, и создаются институции вот эти общественности, это и общественные организации, это гражданские активисты, кто-то представляет какое-то общество и так далее, то есть без этого, без вот этой части ничего не будет происходить. Что касается сегодня действий антитрухановского Майдана, Вы знаете, еще больше бы решений принималось незаконных. То есть мы не позволили принятию зонинга, проекта зонинга, который вообще деребанил бы всю исторический архитектурный ореол, полностью бы застроил высотками. Опять бы, да, безусловно, все равно продолжается, но мы мешаем. И еще в предыдущую сессию они вообще хотели принять решение о недопуске, вообще ограничить доступ в сессионный зал для одесситов. Очень много каких-то резонансных вещей происходит, которые мы приостанавливаем. Но они, знаете, вот такие громкие дела, они снимают с повестки дня, но остальные все равно принимают. Но если и остановиться и не бороться, то будет еще хуже. Поэтому вот нашу задачу мы видим в росте активности, в привлечении огромной части людей, потому что мы требуем сегодня отставки Труханова, мы требуем перезагрузки власти, мы требуем, чтобы люди пришли, были законные выборы, которые определят новых
левых активистов из числа одесситов, умнейших, образованнейших, мотивированных теми изменениями, и поэтому к нам не только прислушиваются, они присоединяются. Сегодня огромное волонтерское движение, люди, которые готовят материалы в суды, делают запросы, то есть мы все время не даем этой власти поддержка спокойно, активно, расслабленном состоянии класть себе в карманы. Они кладут, но при этом... Но через силы, да, ну, вот, борясь с нами. Хочу еще для вас и для наших зрителей озвучить одну из сьогоднішню інформацію, що сьогодні, 14 липня, за адресою Києва відбулася акція протесту проти ліквідації головою Товариства сприяння територіальної оборони України Віктором Тимченком управління військово-патріотичної роботи та сприяння територіальної оборони. Та, чому саме скорочення цього управління? Тому що буде дерибан, звичайно ж, майна. І цю акцію підтримала громадська організація «Самооборона Майдану Одеси». Ось так, проводиться деякийсь ланцюжок. Київ, Одеса і протестні акції зростають. А скажіть, будь ласка, Шорена, є серед активістів, які намагаються увійти у громадські ради, до прокурорів, до прокуратури, в Одеську обласну державну адміністрацію, чи до Одеської міської ради, чи трапляються люди, які намагаються такі активні дії свої виправдовувати потім своїми якимись там корисними справами? Безусловно, такі є люди, такі теж зустрічаються. Безусловно, тобто ніхто від цього не застрахований, це присутствує везде, і в совєт, в прокуратуру. Чи можна їх виявляти і потім якось... Ну, безусловно, виявляються, тому що є люди, тобто серед активістів не только те люди, которые стояли, простите, на майданах, и то есть среди них приходят люди, которые тоже занимаются различными проектами и приносят пользу обществу. Но среди них, безусловно, встречается и такая категория. Но они все равно не задержатся, если будут приходить именно правильные, патриотически настроенные люди. Поэтому вот мы призываем и обращаемся к людям, что все в наших руках, и не будет никаких разочарований. И вы упомянули по поводу протестной акции сегодня. Вчера была протестная акция по поводу Насырова, и она проходила и в Одессе, и в Киеве, и одесситы тоже ездили в Киев. И вчера была... Это глава податковой службы, да, Украины. Да, конечно. Следующим шагом одесских активистов вчера было, это когда они посетили суд, там Стоянов хотел восстановиться в должности, и они там все равно пришли туда и тоже проявили свою протестную акцию, и суд перенесли до рассмотрения вопроса вынесения решения Конституционным судом. И это благодаря вот активистам, вот таким вот замечательным людям не происходит вот этих вот, знаете, невозможно скрыть вот те преступные действия. И только вот так, борясь, мы можем как-то приостанавливать. Ничего, мы столько лет находились в этой гнилой системе. Ведь я же не говорю, что мы боремся против каких-то индивидуальностей, да, мы боремся против той прогнившей системы, которая и породила вот эту тотальную коррупцию, тотальный беспредел, тотальное беззаконие. Которое приводит в действие механизм именно коррупции. Абсолютно. Безусловно, если они становятся винтиками, то, конечно, они становятся неудобны и не нужны этому городу, этой области, этой стране. Да, и только приход правильных людей сможет поменять эту систему, потому что они будут предлагать эти реформы и реорганизации, и изменения. Не может пенсионер получать 1200 гривен и платить за коммунальные услуги 1000 гривен. У нас есть на Майдане такая женщина, которая в шоке и рыдает. И как вот таким людям? Как можно вообще на сегодняшний день на такие деньги прожить? Как педагог может обучать вашего ребенка, когда он сам на грани выживания? Как он должен совершенствоваться и изобретать какие-то системы мотивации? И участвовать в реформе образования, которая вот с 2018 года уже непосредственно заработает. То же самое в медицине, то же самое в судебной системе, везде. То есть если мы не будем всего в двух часах лету от Украины, мы видим европейские государства, в которых работают механизмы демократические, как системы. Там, безусловно, там тоже есть коррупция, но не до такой же степени, чтобы, да, то есть уровень жизни, уровень там их понимания, он совсем отличается разительно от нашего, да, даже ментальности какой-то. Поэтому мы абсолютно богатейшая страна, богатейшая нация, я имею в виду не национальность как таковой, мы многонациональные, а общность,
как Одесса, а общество само, мы талантливейшие люди, интеллигенция потрясающая. Одесса вообще это ум, нравы, это, ну, и земли наши. То есть у нас ресурсы, на которых можно озолотиться, в том числе и тем людям, которые сегодня блокируют проведение реформ. Потому что они столько накрали, они в первую очередь сами получат пользы. Почему Шарин, они не мешают? Они понимают ли, что они становятся врагами нашего государства? Помимо того, что они набивают себе свой карман, обеспечивая золотое будущее своим детям и, конечно, автоматически делая нищими детей Украины, остальных, всех остальных. Вы знаете, они осознают степень вреда, который не приносит нашей стране? Я думаю, что они даже не заморачиваются. Для них это вообще не те ценности. Раз человек находится в этой системе и ничего не пытается изменить, то он вообще считает это не проблемой. То есть у них это уже десятилетиями происходило. Они жили, и для них ничего не поменялось. Мы были свидетелями того, как недавно мы оплакивали Василя Слепака, который в 19 лет был солистом французской... 9 дней, которого было 7 числа, да, прошлый четверг. Вот таких людей, которые патриоты, мы... Вот я тоже рыдала, потому что я понимаю, что его привело сюда. И многие из нас понимают. И таких людей это целая армия. У которого было прекрасное обеспеченное будущее во Франции, в Италии. Конечно. И он не пожалел своей жизни. И, соответственно, как мы можем просто сидеть и наблюдать? Поэтому и насколько цинично было, когда вчера в контактной группе, да, при Минским договоренностям террористы передали членам нашей группы по переговорам с установлением мира, да, на нашей земле, его документы, которые как будто бы они нашли в его бронежилете. Вот таким путем. Что сказала Геращенко, мне очень понравилось, прочитав ее интервью, она сказала: «Мы это переживем, но мы это никогда им не забудем». Как цинично, как с усмешкой передавали его документ. То есть надругавшись, в общем-то, над его памятью, над такими героями. Я бы хотела вашему вниманию, нашим телезрителям, предложить небольшой сюжет о том, как сегодня живут дети, пострадавшие от войны. Девушка, подросток, переселенка из Луганской области. Что вы считаете важного в вашей жизни уже произошло, чем можно поделиться и чем можно гордиться? Ну, я считаю, что в моей жизни много чего важного произошло. Я родилась в Луганске, прожила там все свои 13 лет. У меня там вся моя семья. После того, как начались боевые действия, нам пришлось оттуда выехать. И мы уже, где мы только не побывали. Мы были в разных местах, но некоторые члены нашей семьи остались там. Слава Богу, наш дом целый, и мы можем туда вернуться. Но там нет перспективы для нашей семьи. У меня сестра инвалид. Поэтому нам нужны средства, медикаменты. Вот. Я должна закончить хорошо школу, выучиться. Я думаю, я должна хорошо закончить школу. Я хочу стать тренером, закончить 11 класс. Вот. И я думаю, что мы вернемся домой. А какой спорт вам близок с тренером? Акробатика, черлидинг. Как давно вы этим занимаетесь? Занимаюсь я разными видами спорта. Черлидингом я занималась 2 года, акробатикой 3, танцами занималась очень много. Ну, всего по чуть-чуть. А кто-то остался, кто-то выехал из Луганска. Вот решающим, что, когда принимается решение в семье, и кто у вас принимал решение? Все совещались вместе, а вот окончательное слово за кем? Честно, мы все вместе приняли решение. Когда нам предложили выехать из Луганска, сильных боевых действий не было. Было очень страшно. Уже была сирена. В 2014? Да. Уже нам предложили, из-за того, что у меня сестра инвалид, нам предложили путевку в Рыбаковку, Николаевскую область. Мы поехали туда. Там мы были до того момента, пока лето не закончилось. Потому что там это детский лагерь, там стало очень холодно. После этого нас перевезли в Одесскую область, в Сергеевку, ПГД. Мы жили в Спиранце. Там условия, конечно, не приспособлены для жизни. Ну, как-то обустроились, и было все хорошо. После этого мы уже очень много мест поменяли. Мы были в этом же ПГД, в санатории Плая детском. После этого мы снимали квартиру в Одессе, и после этого оказались здесь.
Какие мысли помогают вот преодолевать трудности? И у вас очень ясные, яркие и добрые глаза. Что помогает не обижаться на людей, на обстоятельства, а все-таки идти вперед и строить план? Потому что очень многие люди, даже взрослые, все время оглядываются назад, а вы смотрите вперед. Ну, мне кажется, что каждый человек должен идти к своей цели и ни при каких обстоятельствах не останавливаться. Люди не виноваты, что в стране творится боевые действия, и это конфликт этот произошел. Люди всегда должны смотреть только вперед, идти к своей цели, добиваться своих целей. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Никогда не нужно останавливаться на том, что было, то, что происходит. Нужно всегда смотреть лучше. Как в семье строить планы? Вот остаться в Одессе или, может быть, все-таки вернуться? У нас дом в Луганске, наш родной дом. Но вот по папиной линии у нас бабушка, она живет в Грузии. Мы можем поехать туда, но чтобы туда поехать, нужны очень большие средства. И вот еще раз, потому что сестра инвалид, это будет сделать очень трудно. Нужно будет посоветоваться с врачом, какие лекарства, потому что это или пароход, или самолет, это очень трудная дорога. Если вернуться домой, то я не знаю, там очень трудно пока еще. Там не построены нормальные. Еще не один год будет трудно. Да, еще долгое время. Ну, вы знаете, я думаю, что бы вы ни выбрали, Одесса по темпераменту, по количеству солнечных дней и по расположению возле Черного моря очень, я думаю, не просто напоминает, а почти что Грузия, поэтому, особенно если вспомнишь, что наш губернатор из Грузии Михаил Саакашвили, то я думаю, что бы вы ни выбрали, это будет правильно для вас. И я бы хотела вот ваши пожелания или вашим одноклассникам, или вашим друзьям, или вашей семье. Ну, я хочу пожелать всем людям, не только одноклассникам, семье, я хочу пожелать всем людям, чтобы они никогда не останавливались на том, что было, и шли всегда к своей цели, добивались, потому что, ну, не нужно падать духом. Все будет всегда хорошо, и нужно в это верить. Вот так наша героиня сказала, не нужно падать духом. Украино-грузинская семья у нее, она мечтает тоже поехать в Грузию. Но я думаю, если бы вот все дети, пострадавшие от войны на Востоке, на Донбассе и в Луганской области, стали перед этими чиновниками, перед этими коррупционерами, которые воруют, набивая себе карманы, и посмотрели им в глаза, ну я не знаю, наверное, они бы не выдержали взгляда вот этой совести Украины. Вы знаете, я не обольщайтесь, потому что уровень цинизма у них достаточно, он перещеголял все. Потому что вот могу привести в пример, там та же последняя сессия, они утвердили положить на депозит 590, ну, перед этим они 299 миллионов гривен положили на бюджет депозит. Города. Резервные деньги. Сейчас они положили, то есть где-то в феврале они положили 299 миллионов, последняя сессия 300 миллионов гривен. При этом они заложили всю недвижимость под договор ипотеки Горэлектротранса для того, чтобы взять 100 миллионов кредита, понимаете? Поэтому вот такие какие-то безобразные случаи. 144 миллиона гривен город недополучает из-за того, что они предоставили льготы налога на землю. Причем вот эти предприятия, которым они предоставляют эти льготы, Инфокс Водоканал. Какая льгота должна быть Инфокс Водоканалу? Одну гривну, это 9 миллионов гривен лишился бюджет города, потому что они предоставили эту льготу. 500 000 гривен предоставили Черноморье издательство, которое возглавлял Потапский, секретарь горсовета. И это тоже город бюджет недополучает. А у нас социальных программ и вообще город в разрухе. Мы, да, то есть таких случаев, когда они предоставляют коммунальные предприятия тоже своего рода в кавычках общественным организациям за одну гривну. И есть, безусловно, там реальные эти общественные организации. Ну, положительный момент здесь можно, да, увидеть? Безусловно, но есть огромные вопросы, вызывают там перечень еще каких-то там, ну, в этом списке вот этих предприятий. Шерена, я прошу прощения, и буквально о цинизме нашей власти в продолжении. За вашу такую вот активную гражданскую позицию власть, или кто стоит за этими телевизионными сюжетами, которые прошли по одесским телеканалам, показывая вас как личность нелицеприятным таким образом, совершенно вытаскивая факты, не факты, придуманные. Как вы на это отреагировали? И вот таким путем бороться с
активистами? Вы знаете, путь, по которому они пошли, он настолько низкий и грязный, что когда ты становишься активистом, ты неосознанно готова ко всему, потому что ты понимаешь, с чем ты борешься. Если бы кого-то интересовала правда данной ситуации, то они могли бы прийти ко мне и взять мои комментарии. Представили бы две стороны одного вопроса. Но в данном случае абсолютная грязь полностью. Мало того, меня там вообще в этой ситуации нет, потому что квартира принадлежит и всегда принадлежала моей сестре. И сделки, которые совершала она, я в это время работала в Запорожье, и если там кого-то интересует, мало то, я обязательно там дам комментарии в этой части. Наши юристы подготовили документы, которые мы подаем в иск, в суд, это иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. На кого? И на телекомпанию? Мы еще не подали, мы еще определяемся, потому что, к сожалению, в рамках этого материала, просто люди, которые реально озвучивают эти вопросы, да, одна соседка, это люди, с которых... Простые, да, и они, может быть, наивно воспринимают. Нет, да. К сожалению, я понимаю, кто за этим стоит, потому что это видно в сюжете данного материала, в этом сюжете видны документы, и там видно, что там Кикнадзе Анна, это моя сестра, а не Кикнадзе Шерена, и почему они настолько хотят, я им настолько мешаю, я такой ком в горле, потому что я озвучиваю именно те преступления, и люди ко мне прислушиваются, они хотят дискредитировать именно меня, и слышно, как оператор подсказывает этой даме, что вот Шарену везде, по всем медиа дайте информацию, что она такой жулик и шарлатан. Так вот, жулик и шарлатан Шарена сегодня, для того, чтобы было понимание, какие у нас были отношения с этой семьей у моей сестры, то я зачитаю стих, который посвятила эта женщина, с которой мы прожили 14 лет. Мы жили вместе, которая нам заменила мать, которая мы жили как одна семья. Я понимаю ощущение родственников, которые хотели недвижимости, это такой спорный и даже, вопрос. И, может быть, даже ревность по отношению к вам с их стороны. Поэтому мы это понимаем, поэтому вот действия, которые наши юристы будут предпринимать... Сюжет заказной для вас это однозначно. Абсолютно, потому что там присутствуют документы, там присутствуют руки, которые подают эти документы, и там указана фамилия, которая участвует в заказе этого документа. Я назову эти фамилии, я назову, какое они имеют отношение к Труханову, потому что это люди, связанные с «Доверяя делам». Это люди, которые сегодня совершают преступления, отжимают 200 метров коммунальной собственности на Екатеринской, один под нашей квартирой. Это люди, которые получали освобождение от льготу налога на землю на 584 миллиона. Поэтому их это больше тревожит, поэтому, вот, собственно говоря, лучше... Они решили предупредить ваши... Не только предупредить, я им мешаю, я мешаю всей системе, поэтому... Я прошу, Шарена, прежде чем вы прочитаете стих, я бы хотела сказать, а как это может повлиять на вашу, то, что влияет на вашу репутацию, и все же на вашу в дальнейшем деятельность как гражданского... Никак не повлияет. Я им очень благодарна за мою популяризацию, потому что одесситы очень умные, образованные народы. И они сами мне подсказали и показали, где эти моменты. Они сами видят эту грязь. И когда ты чисто душой и формально, то ты ничего не боишься. А для того, одесситам было понятны вообще отношения нашей семьи с этим человеком, с которым мы прожили 14 лет. Я зачитаю ее стих, который она посвятила. Ее дом стал вашим вторым домом в Украине. Нашим домом, да. Она пишет моей сестре, моя сестра была ее опекуном, она совершала эти сделки, моей любимой дорогой Анечке. «О, Анечка, моя ты дорогая, какой ты послана мне судьбой. Всегда красива, неспесива, недаром все друзья всегда с тобой. Ухожена и так мила, и аккуратна, и чиста, чиста душой, трудолюбива. За это я люблю тебя. Ведь сколько мы живем с тобою. Не видела в тебе греха, наставник, Бог твой дорогой, который путь твой освещает. Всю жизнь тебя он вдохновляет, и ты его не забывай. Люблю тебя и так страдаю, когда со мною нет тебя. Смотрю в окошко, ожидаю, выглядываю и грущу. А вот и ты, моя родная, идешь в окошко, улыбаясь. И грусть моя вся исчезает, и слава Богу, что опять ты
что опять мы вместе, и дом согрет опять твоим теплом. Ведь я с тобою, как за каменной стеной, ты дочь мою родную заменила добром души своей и теплотой. Недаром раки мы с тобою, и гороскоп с тобой нас соединил. Ну что ж мне пожелать тебе осталось? Здоровья, счастья и успеха на жизненном твоем пути. Дружка б тебе достойного, и только по любви. А мне б детей твоих понянчить от души. И только радости тебе, большой любви, с уважением. Вилли Григорьевна. 2000 год, в 2002 году. Я думаю, Ширина, что после этих слов, после этих поэтических слов, которые написаны рукой Лилии Григорьевны, ничего добавить нельзя. И только вот наша задача наших телезрителей – вас увидеть, услышать вашу позицию гражданскую. И, конечно, мы не могли не предоставить площадку для того, чтобы то, что одни телекомпании или одни журналисты делают заказные сюжеты, мы решили обязательно в этот же день предоставить, как только узнали, предоставить вам площадку для того, чтобы вы смогли защитить свою честь и достоинство. Благодарю вас, Ирина. И за активную позицию. Благодарю вас, Ирина. Ширина Кикнадзе сегодня была у нас в гостях. Я надеюсь, будет у нас повод еще, к сожалению, может быть, по поводу коррупции говорить депутатского корпуса Одесской городского совета, но в то же время будем говорить и о победах, а не Украину и нас с вами обязательно ждут. Я продолжаю нашу программу. Клип, музыкальный клип Джон Ньюман «Англия о любви». I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Oh,
такая наша активная программа «Вечерняя Одесса» на ваших телеэкранах. Хочу продолжить цитировать украинофоба, члена национал-большевистской партии Российской Федерации Пелевина, писателя. «Глупо недооценивать украинский народ, так как значительная часть украинского народа переживает то, что называется пассионарным взрывом». Наши творческие гости, творческие люди, у них тоже пассионарный взрыв. Они, я не знаю, каждый день или, может быть, каждую неделю, каждый месяц представляют нам свои новые произведения. Хочу представить. Возле меня Анжела Денисенко, психолог. Татьяна Лелеко, скрипалька, аранжировальник, керівник дуэту «Роман». «Романтика», так? Да. Віолетта Медведєва, ще трошки далі за концертмейстер Олексій Чурсін, і ще на нас чекає зустріч з Оксаною Горбовою, вона вокалістка мецо-сопрано. Ну, як вдохновительниця Віолетті, мабуть, слово, от цей взрив, що вас вдохновляє? От помимо чувств, окруження і то, що відбувається в країні, а ще що? Мене вдохновляє те, що у нас сьогодні культура, на самом таком месте каком-то, я бы даже сказала, последнем. И хочется каждый день что-то для людей делать, воспитывать, нести культуру в массу, говорить, говорить, еще раз говорить. И я подумала, что почему бы не написать побольше песен. Может, песня от чистой украинской души на сознание нашего народа повоздействует, потому что на сегодняшний день то, что происходит, это просто хаос в сознании наших людей. На ваш взгляд, что больше, какое действие оказывает наиболее положительный такой момент? Слово, музыка или вот, наверное, может быть, какая-то творческая композиция или союз творческих людей, которые вот собрались в одном месте, в одно время и представляют вот свое видение этой жизни, этой музыки, этой действительности? Конечно, союз творческих людей. Чем нас больше, тем прогрессивнее наша работа. Угу. Татьяна, союз получился, получается ли союз вот с молодежью, со студентами, с композиторами, с известными, заслуженными музыкантами? Ну, я могу сказать, мне очень интересно работать с Виолеттой. А еще я хочу сказать, что есть такая у нас общественный деятель Маргарита Колобова, и я ей очень благодарна. Вокруг нее всегда очень красивые творческие люди. И вот мы здесь где-то как-то встречаемся и творим. Угу. Что вы вот слышите в тех в тех композициях, которые пишет Виолетта? Есть там вот украинский мотив? Вот, или это сосредоточение, может быть, классической музыки? Или, может быть, какой-то одесской вот традиции, которая здесь присутствует в среде музыкантов? Я слышу украинский городский романс. Это новое веяние, новое направление, совершенно необычное, забытое и очень красивое и лиричное. Лирика. Угу. То, что давно-давно исчезло когда-то, оно начало опять возрождаться. Вы, наверное, Анжела меня поправит, может, если я ошибусь, но уже очень давно, когда первыми были немецкие медики, которые рассказали о воздействии, феноменальном воздействии классической музыки, например, Моцарта, да, Бетховена, Баха на здоровье болящих, о том, как происходят какие-то такие непонятные вещи в организме человека, когда он начинает не просто бороться, а излечиваться, да, и вот это, может быть, не объяснить наукой на сегодняшний момент. Завтра наверняка наука это все объяснит. Но вот воздействие музыки, вы считаете, что-то происходит вокруг? Да, действительно. Это что в пространстве, гармонизация. Не только музыка воздействует. Воздействует поэзия, воздействует вылетело за головой. Когда вот даже есть такой метод, детям предлагают нарисовать свою боль. И они действительно изливают свои проблемы на лист бумаги. И потом эту бумагу рвут. Обязательно ее надо разорвать. И ребенок как бы избавляется от своей проблемы. Музыка очень мощная. Но опять-таки надо подбирать специальную музыку для того или другого ребенка. То есть необходимо знать обязательно его индивидуальные свойства. Я знаю, что лет 10 назад экспериментировали в Южном. Специальный класс был организован и с отсталыми детьми.
им специально создавали задержка какую-то программу, да, какую-то специальную музыку, и действительно они начинали как бы входить в наш коллектив, в наше общество, благодаря музыке. Я практиковала в свое время, когда работала в лицее, во время написания контрольных работ тоже предлагала, прокручивала музыку, и действительно мышление у детей поднималось чуть-чуть. Ну, на более высокий уровень, да? Да, да. Верит, вот, ну, за этот год, ну, полгода, да, сколько вот уже песен, напомните нам, представлено было в студии, и вы написали в общем? Представлено. Много ли в столе лежит? Представлено было 3, сейчас заканчиваю 52-ю. Ну, это ноты и слова. Ну, это в целом невероятная плодовитость композитора. Вы не устаете, но что, как, сколько вы времени тратите? Или вы не спите ночами? Я не устаю. У меня единственное желание, иногда, когда я от всего устаю, мне хочется зайти в мою комнату и остаться наедине со своими песнями. Вот так. У меня такой релакс. Презентуйте вашу новую вещь. Песня называется «А мои 17 лет». Немножечко расскажу о чем. О первой любви, как у нас, ну, общепринято. Первая любовь у моей героини, она пришла в 17 лет. Моя героиня была готова к браку, то есть девушка влюбилась, увидела парня, у нее были высокие к нему чувства. Ну, это было, как говорится, на грани фантастики. Любовь, любовь, любовь. Парень, как ни банально звучит, просто хотел с девушкой поиграться. У него были несерьезные. Ты не первая, не последняя. Параллельно у него была другая девушка. И мне хотелось передать эти женские чувства и напомнить нашим молодым людям, что в этой жизни за все нужно платить. Обычно, когда мы слушаем иностранные композиции, да, песни, вот как бы переклад идет, да, то, что вкладывает, ну, если не все знают, может быть, английский, французский или испанский язык, а вот всегда очень интересно, как Виолетта представляет. Это целая предыстория. Я попрошу тех, кто участвует в презентации сегодняшней песни, подойти к своему, да, к микрофону, вас, вы, Татьяна, тоже, а мы с Анжелой еще вот это проживание присущее, которое на сегодняшний день Виолетте. У всех это происходит или как? Или всегда почувствует зритель и слушатель, легко для денег написал композитор или поэт-песенник эту песню, или все-таки для слушателя? Ну, на мой взгляд, те люди, которые переживали этот момент в жизни, а переживали большинство населения нашей страны, естественно, потому что первая любовь не обязательно в 17 лет, она может первое быть и в 15. Сильное чувство, да, настоящее. Это, вообще любовь – это очень высокое чувство. И оно не может бесследно просто пройти. Единственное, что как мы отнесемся к тому, что мы встретили этого человека, и что он нас обидел, это очень важно. Я думаю, эта песня, она действительно подчеркнет, что ничего страшного нет. Но, скажем так, немножко не тот человек, которого действительно девушка искала. И, с другой стороны, хочу добавить, молодежь, особенно девочки, они очень часто рисуют в своих фантазиях свою первую любовь, своего первого мальчика. А он не всегда соответствует тому, чему они встречаются. Но это жизненный опыт, и он просто крайне необходим для жизни. Хочу представить, кто сегодня у микрофона. Это Виолетта Медведева, Оксана Горбова, вона вокалістка, мецо-сопрано, Тетяна Лелеко, скрипалька, аранжирувальник, керівник дуету «Романтика», а за роялем скрипаль, концертмейстер Олексій Чурсін. Я прошу вас розпочати. Усмехнулась.
застывившись в очи, очи то, думы девочи. А мои 17 лет дыму гирку, и коли не цвет, тоди я загубила броду, якщо с тобою я поводу, ты соволю. Дівчина з народу, з різних криниць ми п'ємо воду. Три неділі ми кохались, і кожен день ми зустрічали. Ти казав, маю мрочку дарова, тебе без тьоми я кохала, та за тобою не помічала, що ти кривив серцем душею, інша була твоєю зорею. А мої 17 літ не був гіркою, коли не цвіт, тоді я за. Була б роду, як шла з тобою, я побуду, ти самолюб, та гордо видимо білий птах, славу побити, я ж проста дівчина з народу, з різних криниць ми п'ємо воду. Благодарю Татьяну Лелеку, Алексея Чурсина, Оксану Горбову и Виолетту Медведеву за прекрасную вот композицию, за исполнение, за то чудо, которое происходит в каждом человеке, когда он слушает песню на родном, ну, в нашем случае на украинском языке. И я думаю, что вот опять хочу процитировать страшного украинофоба Пелевина, российского писателя. Он пишет, что четкое, безумное сознание борьбы с той силой, которая, как оказалось, всегда тяготела над Украиной, и сила это Россия. Я думаю, каждый сегодня на своем месте понимает, что ведется сегодня борьба за независимость, за будущее не только нашей страны, но и Европы, и всего цивилизационного мира. И вот оружие Виолетты – это музыка, это украинское слово. Музыкантов – это их талант, который они оставляют только для зарабатывания, ну, на хлеб насущный, который он тоже необходим, вспоминая наши, да, коммунальные будущие платежи. И в то же время это те вещи, которые становятся вот нашим оружием. А Украина очень щедра на таланты. Виолетта, вокруг вас много творческой молодежи. Что вы чувствуете, когда вот, и какие чувства посещают, когда вы видите... Вокалистка прекрасно поет, а эта молодая девушка уже пробует свои силы в мелодике и мечтает быть композитором. Ревность творческая. Что происходит с вами? Наоборот, радость. Угу. Радость, что есть единомышленники. Радость того, что
круг творческих людей не сужается, а наоборот расширяется. Это новые возможности, это новые какие-то проекты. Вам доверяют серьезные музыканты свое время, свои способности? Насколько, как вам кажется, их ожидания? Сейчас мы стараемся. Стараемся. Да. Татьяна, как вы? Я вижу в Виолетте будущее нашей Одессы. Очень серьезное будущее. А та молодежь, с которой Виолетта сотрудничает, организовывает благотворительный концерт. И та молодежь. Ну, они вместе, конечно, и та молодежь тоже очень достойна. Тоже достойна. Mm-hmm. Поэтому я трачу свое время. Я занимаюсь своим любимым делом. Я на вдохновении работаю с этим композитором молодым. И считаю, что за ней будущее нашей Одессы. Это молодежь, да, Анжела? Это вот другие они, родившиеся в независимой Украине, состоявшиеся, может быть, ну, родившиеся чуть раньше, состоявшиеся в самостоятельной Украине. У них другая, вот говорят, ментальность. Как это расшифровать, вот, чтобы нам было чуть более понятно? Ну, я не могу сказать, что все другие. Дело в том, что у некоторых еще остались все-таки те ценности, которые необходимо было сохранить. Общечеловеческие. В любой культуре. Mm-hmm. И в первую очередь это касается, естественно, ценности такой, как способность любить. У нас не все умеют любить, но все хотят, чтобы их любили. Люди, животные, все. Но никто это грубо сказано, но очень многие, они позволяют просто себя любить. А этого делать действительно нельзя. И Виолетта хотела своей музыкой, своим творчеством, действительно со своим коллективом поднять эту проблему, чтобы их услышали и чтобы как-то оглянулись и посмотрели, а что будет дальше. Без любви мир просто рухнет. Даже в то же время за любовь нужно бороться, да, будучи состояться для того, чтобы быть достойной этой любви и взрастить в себе те качества, которые позволят. Потому что, наверное, вы как психолог подтвердите, что есть люди, которые, может быть, ну и до седин дожили и не испытали вот то, что называется... Да, я хочу добавить, либо одно дано, либо не дано в этой жизни. Ну, я хочу подчеркнуть, что дано, не дано, может быть, и в 70, и 80 лет каждый человек все-таки жаждет, чтобы его любили и полюбить самому. Даже вот сколько случаев бабушки в 75 лет выходят замуж. И такое бывает. Это, говорит, как в первый раз. Вот пришло, встретила и полюбила. Почему? Потому что она встретила свою половинку, которую долго-долго лет искала. Вот так вот все и происходит. Я благодарю. Ну что у нас есть? Нет, у нас уже нет времени, но слова благодарности я подхватываю от Анжелы Денисенко, психолога, Татьяна Лелека-Скрипалька, керівник дуэту «Романтика». Виолетта Медведева сьогодні була у нас композитор і автор пісня, яка тільки-тільки пролунала, да, в нашому ефірі. Це презентація, дебют. Оксана Горбова, вокалістка мецо-сопрано, та за роялем концертмейстер Олексій Чурсін. Я дякую всім. До наступної зустрічі, до нових презентацій. До побачення, шановні друзі. До побачення. Дякую.